Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». На портале «Наш город» открылись две новые темы. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, тема повреждения кровли позволяет горожанам сообщить о неисправности конструктивных элементов объекта, а в категории «Общественный транспорт» москвичи могут рассказать о проблемах в работе Wi-Fi в наземном транспорте. По словам руководителя ГКУ «Новые технологии управления» Александра Пищелко, жители столицы сами предлагают новые темы. Сделать это можно в разделе «Предложить идею» или «Сообщить об ошибке в работе портала». Так, например, тема «Неисправность дверей в местах общего пользования многоквартирного дома» является новой и актуальной благодаря инициативе москвичей. На этом у меня пока все, а больше новостей о жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. До скорого!